Уже первая рыба прошла, вот она, мощнявая. Я опять встал на ту же самую точку, чтобы посмотреть, пришли ли мои товарищи. Да, вот они прямо подо мной ходят тут. Надо чуть-чуть сместиться. Вот это тот же ракурс, чтобы они немножечко меня уже не по корме, а по правому борту. Больше на чистое выходят рыбы. Посмотрим. Они тут просто проходные. Так вот идут, идут. Вот. Ну, очень даже. Угу. Вот еще где-то уже какая-то идет. До 10 метров. Куда идет, непонятно. Ни одна, вон их сколько. Вполне возможно, что они сейчас. Ну, где вы там, вот. 15 метров, пошли дальше еще. Пошли на удаление. А вот тут есть пожирнее. Вот, смотрите, какие красивые. Да вы что? Ну, красотки. Смотри, какая рыба. Ай-яй-яй. Вот здорово. Да. Четко в определенное время они сюда приходят, потусят. Да, гидроциклы тут дают жизни рядом. Вон еще идет рыба. Такая не детская. А, это не рыба, это извиняюсь. Тут же структура моя. Так вывернула, чтобы показала, что это рыба. Вот. Она там на месте, никуда не идет. Тут чего еще? Вот ползет по дну, вот ползет, вот ползет, ползет. Ага. Ну ладно. Тоже не знаю, что им предлагать. Времени у меня 20 минут. Вот, смотрите, какая рыба. Красивая. Ай-яй-яй. Хороша. Ну. Это. Ну вот. Посижу, полюбуюсь. У меня всего полчаса времени оказалось сегодня. Особенно тут упражняться в поимках. Может и не буду. Посмотреть, как она будет выглядеть на другой палитре. Сейчас я немножечко изменю настроечки. Уберу интенсивность цвета по умолчанию, бац, вот, готово, палитру мы сейчас выберем, ладно, винтовую, вот, назад, так как у меня тут уже, вот, не буду сильно шума добавлять, и еще попробую настройках передних лицензий сделать средний, чтобы вообще тут было чисто. Тогда еще вот, ага, вот он, далеко от меня, метров 20 сплеснулась рыба. Если она сейчас придет, мы ее увидим, наверное, форму получше, чем на палитре прожектора. То есть просто ожидаем проход рыбы сейчас. Думаю, что я еще успею увидеть что-нибудь. Поймать уже не успею точно. Вот увидите, возможно, увижу. Это берег. Там как-то никого нет. Есть надежда, что еще подойдет. Крутюсь, ничего нет пока.
ну, идет. Вот идет, идет по двум. Ну, не одна. Сейчас они, может быть, подымутся возле меня. Вот. Видно, что по дну. Вот они, вот они. Вот, все-таки дождались. Вот они. Как-то так не сильно они показались во всей красе. Но, по крайней мере, не уходят из-под меня. Что-то копошатся. Да. Помех мало. Рыбу видно неплохо. Ну, вот она уже и ушла. Ну, что было, то было. Лучшего я не могу. Не заказная.